Та-дам! Всем привет! С вами Лилия Донскова, и я сегодня получила первый заказ по каталогу Oriflame номер 12. Так выглядит этот шикарный, чудесный каталог. Мне не терпится посмотреть новинки, но самое главное, что у меня в этом заказе огромное количество подарков от компании. И я начну сразу с первого подарка. Он такой увесистый, занимает много места. Слушайте, очень тяжелая штука. Здесь сумка. Я даже не знаю, как ее открыть. Вся запечатанная пленкой. Что за сумка? Была акция. Нужно было приглашать новичков, которые проходят первый шаг стартовой программы. И вот я пригласила 6 человек. Получила первые 2 сумки. Вот это заклеено. Она тяжелая по весу. Все в пакетах. А здесь еще чехол. Это третья сумка. Она считается спортивной. Слушайте, ну она прям увесистая. А почему она увесистая? Она не тканевая, она под кожу. Вот это чудо. Смотрите, какой у нее размер. Но она вся сейчас сложена. Я ее сейчас расправлю. Расстегну. Какая она красивая. Такой вариант и дорожный, и для спорта. Кстати, здесь есть отсек для ноутбука. Такая уплотненная ткань внутри. То есть вот такая будет крутая сумочка дорожная. Дорожная или спорт с замочками. Но она не легкая. То есть она сама по себе ну, так прилично весит. Но красивая. Обалдеть. Я, в принципе, из-за этой сумки старалась выполнить акцию, потому что именно вот она мне так сильно понравилась. Так, следующая упаковка тоже шокающая. Все открою. И расскажу, что это. Я решила себя побаловать. Со скидкой 50% я взяла рюкзак. Сумку-рюкзак тоже трансформер. Я очень люблю рюкзаки. Настолько удобно с ними ходить. Так, это все выкидываю. Это сюда. Инструкция, как пользоваться. То есть можно как сумочкой, сумку на плечо и как рюкзачок. Сейчас все посмотрим. Сначала смотрю качество. Прикольная. Ну, она, кстати, легкая. Очень интересно. Так как себе все сразу можно распечатывать. Кот убежал, целлофанчики собирать. Так, сейчас красиво сделаю. Смотрите, можно носить вот так, просто как сумочка. То есть на плечо повесить и идти. Слушайте, удобно. Она прям под плечо, и она узкая. Так, нож это, чтобы коробку открыть. Дальше. Здесь накладка сверху, как клапан. Я думала, что он замшевый, но, слава богу, нет, он тоже под кожу сделан. Поэтому он не будет марким, потому что это место все время трогается руками. Если бы это была замша, то она была бы быстро затерта. Смотрите, как интересно закрывается. Не как привычно сверху клапан накидывается, а он вставляется вниз. А вот этот маленький очень легко примагничивается. Так держит хорошо. Прям прикольно. А далее, смотрите, она сама по себе широкая, эта сумка. Если сравнивать с каталогом, то она прям вау-вау. Сейчас посмотрим, как каталог в нее влезет. Легко. Да, каталог спокойно лазит. Но что интересно, смотрите, у нее по бокам есть такие клепки. И мы можем сумку просто-напросто вот так собрать по бокам, соединить. Кстати, внутри не посмотрела. О, прикольно, здесь нет подкладки никакой. А карман, он просто навесной. Навесной на молнии карман. И здесь не просто дно вот так расправляется. И будет достаточно такой вместительный рюкзачок. Сейчас я его весь расправлю. Он держит хорошую форму. Смотрите, какой он. Раз, бачок мы сдвинули. И второй. Я, конечно, буду носить как рюкзак. Мне это очень нравится идея. Я как раз ходила себе... Новый рюкзачок присматривала, но мне ничего не нравится. Я все время думала, почему у нас не выпустят нормальных рюкзаков. Клепки очень такие прям мощные. И вот смотрите, что получилось в сборке. Такая аккуратненькая сумочка. Кто-то хулиган пришел.
Вот, уже вот такая формочка, уже более удобная. Еще посмотрю, насколько тут все будет вместительно. Уже так каталог войдет или нет? Да, то же самое, каталог ходит, и там так много места, все поместится. Теперь посмотрим, как крепится ремень. Ну, это очень оригинально и классно по вместительности. А ремешок, это не просто ремешок, да, мы можем носить действительно как ремень, вот так вот одевать на, как это называется, на колечки, специальные металлические колечки, закрепить вот так карабинчик. Прикрепляем. С другой стороны можно прикрепить, и она будет просто длинная через плечо. А можно сделать таким образом. Здесь внизу колечко тоже, и мы просовываем второй карабин через это колечко. Сейчас просунули. Соединяю теперь с верхней частью карабина. И у нас получается рюкзак. Но, что сразу отмечу, регулировать длину ремешков не получится. То есть они будут только вот такие, как есть. То есть вот как они есть, так и будут. Сейчас примерю на себя. Правда, не очень удобно, камера близко. Но я хотя бы посмотрю свои ощущения, как это все происходит. Так, так, вот так. Видно вам должно быть примерно. Ну, пока не поношу, не похожу, не пойму, как оно мне нравится или не нравится. Надо все-таки выйти на улицу, прогуляться будет. Но я это уже завтра сделаю. Но в целом я довольна. Просто я покупала, можно сказать, кота в мешке. Я не видела эту сумку в оригинале еще. И только по каталогу я посмотрела. Увидела, мне понравился цвет, то, что он такой нейтральный, подходит под любую одежду. Мне понравилась форма, то, что необычная, уже надоели такие классические рюкзаки. А это что-то такое необыкновенное, прикольное, классное. Поэтому я ее сразу себе заказала. Тем более, что со скидкой 50% это получилось всего 800 рублей. Но таких цен на рюкзаки я не видела. Самый дешевый рюкзачок был, который мне более-менее понравился, 2000 рублей. Дальше. Открываем коробку. Первая уже открыта. Заказ у меня получился на 150, по-моему, ровно баллов или 152. Точно не скажу. И тут у меня богатство. Это все под заказ. Два аромата Happy Dizziac. Кстати, Михаил сейчас пользуется таким ароматом. Я его обожаю. И всем, вот, кому даю нюхать, или кто вот от Михаила чувствует, все говорят: а, какая вкуснятина, что это такое? Ну вот, это Happy Dizziac. Он действительно очень хорош и стойкий. Для себя набрала Feel Good. Настолько мне понравился этот гель для душа, серия Feel Good, а это Be Happy с ароматом, с эфирными маслами красного апельсина. Ну, вот просто нереально. Взяла сливовый мусс попробовать. Знаете, он прям классный. Я его только вот не пробовала еще в душе, сегодня же прямо с ним душ. Его надо хорошо взбултыхать и вот так вот, сейчас покажу вам, надавить. Ой. И вот она лезет, пенка. Вот такая вот классная. То есть она прям вот густая. Видите, она стоит, не падает. То есть это аромат сразу вот растекается по всей комнате. Очень качественный продукт. И я думаю, что по такой цене нужно набрать их побольше, этих гелей. Потому что у нас они прям вот на ура пошли в семье. Так, что еще? Под заказ вся серия для мужчин. На последней страничке каталога посмотрите, какая акция. Всего по 179 рублей пена для бритья. Очень хорошая пена. Михаил сказал, что это лучшая пена, которую он пробовал в своей жизни, когда он брился. Шампунь, гель для душа и бальзам после бритья. Это вот заказала одна клиентка. И, кстати, эта же клиентка заказала корректор для бровей. Я не буду открывать, потому что коробочка вся хорошо закрыта. У меня на канале есть видео, прям обзор, как этим корректором, то есть тени для бровей, как сделать красивые брови. Вот я все время пользуюсь, каждый день, уже на протяжении нескольких лет. А, еще подарок. Так, классно, сейчас покажу, что здесь. Наверное, часть подарка в другой коробке. Сейчас идет акция за новичков, которых мы приглашаем. Если два человека проходят первый шаг стартовой программы, то по итогам прошлого каталога, то мы получаем витамины для волос, нутрикомплекс, шампунь Элио, кондиционер Элио и маска Элио тоже должна быть здесь. Представьте,
Всего двум людям нужно было рассказать про выгоды, которые дает компания Oriflame, оформить дисконт, научить делать заказ, научить собрать заказ на 100 баллов, уложиться в течение каталога. У меня один новичок прям в последние дни каталога уже делала заказ, я так переживала за нее. Но все успели, и я за это получила целый набор. Обалдеть просто. Сейчас продолжение этой акции, то есть идут всего 3 набора будет подряд. Посмотрите условия на сайте. Я подробности не помню, но помню, что там тоже очень дорогие классные подарки. Это для себя. Как открыть? Не могу найти, где тут секретное. Обычно бывает такое местечко, куда-то нажать, что-то оторвать, но я этого не вижу. Попробую. Нет, ножом буду вскрывать варварским методом. Вот так вот разрезаю, открываю. Мне очень расхвалили эту расческу. Я ее брать не планировала, хотя я ее видела уже в каталоге, и когда она только мы ее получили в бизнес-центр, я ее посмотрела. Но честно, я ее не поняла, в чем прикол. Вот сейчас у меня волосы заплетены, и непонятно. Но девчонки мне ее настолько расхвалили, сказали, что она идеально расчесывает, распутывает волосы. Моей подруге дочка с волнистыми волосами, она говорит, у нас всегда такая истерика была расчесать волосы, нереально. С этой расческой, говорит, мы спокойно делаем прически и расчесываемся. И я сразу взяла. Вот обратите внимание, я консультант, я понимаю все выгоды, я вижу новинку, я не беру. Но стоило нескольким людям рассказать мне вау истории про этот продукт, и он уже у меня. И я надеюсь, что он мне понравится. Но как он выглядит, мне очень нравится. Этот яркий розовый цвет. И она легкая и удобная в руке. Я надеюсь, что она справится с моими волосами. Обязательно запишу обзор. Хотите обзор видео на эту расческу? Я сделаю. Дайте мне сигнал, что вы хотите. Так, что здесь? Вау! Это новый карандаш. Я их заказала 2. Но пока второй не вижу, будем рассматривать первый. Это шоколад. Ну, я взяла на свой страх и риск. На самом деле, новые оттенки не совсем меня устраивают, потому что убрали мою любимую теплую корицу. Я теперь не знаю, как без нее буду жить. Но этот очень темный. Но я думаю, что если им делать легкое прикосновение, и потом вот так вот пальчиком чуть-чуть вот растушевывать, как я делала, у нас раньше был такой темный контур, он был слишком темный, но я его просто чуть-чуть тушевала и делала легкое нажатие. И он меня вполне устраивал. Я надеюсь, что он мне подойдет. Что я заметила про эти карандаши, когда я их тестировала в бизнес-центре? Мы закончили снимать видео, и я попыталась их стереть. У меня ничего не получилось. То есть они стойкие. То есть он не стирается. Я его отмывала, там специальное средство для мытья рук, терла салфеткой, еле-еле оттерла. Так что имейте в виду, что карандаш будет очень хорошо держаться на губах. И я думаю, что он мне тоже очень понравится. Следующее. Я себя все-таки побаловала этими тенями. Долго думала, потому что такой цвет вроде бы как бы на лето был бы очень хорош. А потом я подумала, а почему бы и не делать зимой такой прохладный мейк? И я взяла себе голубой с золотом. На картинке он мне не понравился. Я, в принципе, такие голубые оттенки никогда не использовала, даже не представляю, что с ними делать. Но когда я его попробовала в бизнес-центре и увидела, сколько в нем золота, то есть голубой с золотом, это просто вот что-то фантастическое. Я прям завтра буду пробовать делать этот макияж, запишу видео, как я с ним поиграю, попробую, и вам все покажу. Так, вблизи не показала. Вот, это тени Рэйфел. Рэйфел, да. Они вставляют специальную палеточку. У меня палетка есть, поэтому у меня есть куда их вставить. А если у вас нет палетки, то вот так просто их хранить неудобно. Все-таки закажите себе палетку магнитную, в которой они будут очень хорошо сидеть и долго вам прослужат. Дальше. Это розовое чудо. У меня их должно быть 4 штуки. 1, 2, 3, по-моему, 4. Это тушь-новинка. Вот эти вот бомбочки. Не знаю, почему у меня такое слово, они выглядят как пузатенькие такие снаряды. И этот снаряд очень хорош собой. Одну я, конечно, беру себе. Я быстренько ее сейчас распакую, чтобы с вами еще раз вместе посмотреть. Обратите внимание, упаковка непрозрачная. Когда ее снимаешь, то здесь внизу золотые буквы, а сверху желтые. Итак, та-дам, открываем. Прям в руках держать приятно. И знаете, что нравится? Наконец-то новый
дизайн новый, стильный, красивый, эффектный, который достанешь из косметички, и все от любопытства сразу будут спрашивать, а что это такое? Кисточка. Я не знаю, я так отвыкла от таких кисточек, я пользуюсь в основном все время тушью 5 в 1. Смотрите, чудо! Я ее назвала «Бешеный ежик». Или «Ежик в стрессе», «Ежик», я не знаю, на позитиве. Она вся такая «Вау!» Все щетинки перепутаны. Я не знаю, как она будет красить, но мне очень понравилось, как она пахнет. Она мне напомнила аромат, как у меня у мамы была тушь, когда еще маленькой крошкой была. Я все время ее нюхала. Не знаю, ей откуда-то привезли, потому что раньше достать такую тушь было нереально. Была тушь ленинградская, которую надо было плевать. Простите меня за подробности, но так и делали все, хотя можно было водичкой использовать. Ну, все просто делали, тьфу, помазали, накрасили вот такие бешеные ресницы, но если она попадала в глаза, она жутко щипала. И все стекало просто. Эта тушь пахнет очень вкусно, она пахнет дорогой тушью французской. И выглядит она, мне нравится, так позитивно, стильно, классная в руках. И надеюсь, что будут классные ресницы. Я очень на это надеюсь. Завтра все буду утром пробовать. Так, что здесь еще? Еще один гель для душа, это все себе. Все себе любимое, я себя обожаю, не знаю как. Про тушь забыла сказать. Если вы заказываете две туши, то прямо в этом же заказе вам нужно указать специальный промокод. Он там, когда заказ делаете, указан. Или посмотрите в каталоге. И это вам даст возможность поучаствовать в розыгрыше каких-то подарков. Я, честно говоря, не знаю, какие подарки. Особо на это внимание не обращаю, потому что мне в розыгрышах никогда не везет. Ну, надеюсь, что все изменится, мне начнет везти. Я в это всегда верю. И я указала промокод, поэтому жду. Надеюсь, вы ждете вместе со мной тоже подарки свои. Я взяла пинцет. Тоже себе. Я очень люблю всякие гаджеты, которые облегчают жизнь. Я на своем жизненном опыте убедилась, что найти хороший пинцет не так-то просто. В основном пинцеты бывают, что они плохо соединяются, не обламывают волос, щиплют кожу. То есть они все такие некомфортные в руке, может быть, да, как держать. И я очень рада, что мне удалось в бизнес-центре попробовать этот продукт, прежде чем его заказать. Смотрите, во-первых, есть вот такой силиконовый наконечник, который фиксирует кончики пинцета для того, чтобы они не тупились, не отцарапались и не меняли свое положение. Во-вторых, он достаточно такой упругий, приятно держать в руке, он такой прям прикольненький, как волна изгибная. И я его пробовала на руке, но что мне понравилось, что он не обламывает волосы, не щиплет кожу, потому что у меня есть один пинцет, тоже орифлеймовский и дорогой, кстати, по-моему, серии Giordani, он просто безобразник, и берешь, хочешь отщипнуть, там, например, выдернуть лишний волосок, а он отщипывает кусочек кожи, захватывает, и это адски больно, вообще просто ужас. Я думаю, что этот пинцет прям находка, по крайней мере, по руке я попробовала, на бровях я его еще не пробовала. Так, что еще в этой коробке? Давайте проверим, что я все вынула. Здесь остались каталоги. Я, кстати, сегодня посмотрела в офисе новый каталог. И там нас ждет очень много крутых новинок. Каталоги я внимательно буду. Я нашла еще один продукт. Это тоже карандаш. Я взяла себе карамельный. То есть, заметьте, я взяла оба два теплых оттенка, потому что я больше всего пользуюсь теплыми оттенками помады. И что еще хочу добавить, просто розовый, красный, коралловый у меня есть еще, а вот такие самые ходовые. И пробую карамельный. Вот, кстати, он хорошенький, он светлее, чем теплая коррекция старой коллекции, но он достаточно не такой светлый, как был в прошлой коллекции, вот какой-то нюдовый, то есть он был совсем белый. А этот мне очень нравится, поэтому, может быть, я их буду как-то комбинировать друг с другом. Но это два моих цвета, которые мне нужны, два теплых оттенка. Следующая коробка. Открываем. Кстати, вы это интервьюнс и скотч. А кто тут спит? Что ты там спишь? Хитрый какой. Я, значит, одна тут должна обдуваться, да? Ну-ка, поворачивайся. Видите, да, Люка? Он не любит, когда его будет. Кстати, даже нож Oriflame, который пришел нам в подарок. Ну, за 192 рублей, по-моему. Обалдеть! Масло для волос. Я взяла два. Взяла два пока. Один у меня заказали, один я себе.
Я уже попробовала и масло из пробника, обалдела. Всем рекомендую. Заказала себе еще пробнички. Там пробники такие большие объемы были, что их можно будет потом слить в флакончик, и будет еще целый флакон. Масло для волос. Фантастическая штука, особенно для обладательниц сухих волос. Кто мучается с ними, нужно что сделать? Помыть голову, можно на влажные или на сухие волосы, нанести масло, распределив его сначала на руках, потом перенести с рук на волосы и лечь спать. Я заплетала такую свободную косу на ночь, чтобы они не болтыхались. Лечь спать, утром встаете, а тут от волос чудесный аромат остается. Мягкость, пышность и легкое-легкое расчесывание. Вот честно, это масло мне понравилось больше и по аромату, и по воздействию на волосы. А какой флакон красивейший. Я вот сейчас его смотрю на просвет, на лампу. Это нереально красивый синий цвет. Поэтому рекомендую, берите, прям хватайте. Мне кажется, этот продукт будет очень популярный в Oriflame. Как обычно, кондиционер для волос, но это не себе, это под заказ. Я еще одну знакомую подсадила на свой любимый продукт. Меня часто спрашивают, а вот что ты сама любишь? Вот люблю я этот бальзам. Отвезла подруге, объяснила, что он крутой, что ей нужен. Она, кстати, не пользовалась бальзамами, хотя у них с дочкой достаточно длинные волосы. Проходит некоторое время, она мне звонит. Бальзам классный! Я говорю, я знаю. Вот, она заказала бальзам такой. А вот часть подарка. Это маска для волос Элио. То есть вот эти 4 продукта, это подарок за 1 рубль всего. Ну, мне просто восторг. Так, и еще один бальзам. Да, один себе взяла, один вот подруге. 2 двойники, потому что я тоже им все время пользуюсь, люблю его. Ну, не только я, вся семья. Тут я заказала еще кучу мыла для рук. Жидкое мыло. Серия, как правильно, Loving Care. Могу ошибаться. Но это 3 жидких крем-мыла. Я его уже раньше пробовала, один раз заказывала, но что-то он был такой дорогой. Но взяла попробовать, очень понравилось. В этом каталоге он стоит просто копейки, 159 рублей по цене каталога. 300 миллилитров. Ребята, налетайте, а то я их все скуплю. Я просто планирую взять еще. В последнее время заметила, что и я, и в принципе моя семья с удовольствием пользуются жидким мылом. Очень удобно, то что прям вот... Ну, не надо брать кусок, мылить его, класть обратно. А это и готово. Ну, просто фантастика. Приятный аромат. И еще это крем-мыло, поэтому он хорошо увлажняет руки. Тоже себе. Взяла 2 шампуня. Я их настолько разрекламировала своим друзьям. В последнее время у меня многие люди регистрируются. Я рассказываю про этот шампунь, все его заказывают. Это шампунь-стимулятор роста волос. И оказывается, сейчас у многих такая стоит задача отрастить волосы. Все переживают, что волосы лезут, хотят, чтобы они были гуще, красивее. И я всем-всем рассказывала, смотрю, у меня у самой такой шампунь закончился. И заказала по акции сейчас сразу 2, потому что эффект я уже их знаю. Знаю, насколько круто начинают расти волосы, какие они становятся другие по качеству. Поэтому шампунь просто классный. Что-то здесь еще у меня один продукт. На десерт это специальное покрытие, сейчас скажу, как правильно, глистер. Сейчас у нас новое название, бустер, глистер. Ай, коробка упала, стоп. Я, как обычно, в конце начинаю бушевать, у меня все падает. Так, ну ладно, пусть так будет. Что за штука? Это такое покрытие для ногтей. Его можно носить отдельно, просто как бы чистые, красивые ногти с приятными такими блестками. Его можно комбинировать, то есть делать как бы кусочки, как, типа французские маникюры делают, можно наклеивать такие полосочки, а часть делать этим, не помню, глистер, если правильно я говорю, не могу найти в каталоге, ну где-то. Часть делала с блестками, часть лаком. Ну вот мне понравилось, я его попробовала просто сверху на лак, и мне понравился эффект. И меня все заметили, ну где он? Мне кажется, он где-то был в конце каталога, но я его не могу найти. Ну вы сами найдете, да? Вы же у меня уже все взросленькие. Так, последнюю попытку делаю. Нет, не знаю, где его искать. Вот, как он работает? То есть просто берем хорошенько. Надо перемешать, потому что здесь эти блестки необыкновенно сияющие.
открываем и наносим. Я, например, могу нанести его сейчас просто на свой лак. У меня сейчас яркие ногти, и я вам покажу. Во-первых, лак будет дольше держаться, я так думаю. Во-вторых, мне нравится, что эти частички очень мелкие, и они такие разноцветные. Не знаю, видно вам или нет, вот так покажу. Все переливается, все это так красиво сияет. И, ну, для разнообразия, не знаю, я люблю блестки, мне нравится. Особенно, когда это педикюр на ногах, и вот там что-то поблескивает, это так красиво. К сожалению, лето уже практически закончилось, но я все равно буду красить ногти на ногах, и это будет радовать меня, я буду знать, что у меня красивые такие ноготочки. Очень красиво. Я вот все ногти покрою. Сегодня я ходила просто с красными, завтра приду в офис, уже у меня будет новый маникюр обновленный. И меня это немножечко радует. Офигенный заказ. Вот честное слово, я в таком восторге, сколько у меня подарков, сколько всего. Но вы заметили, что у меня очень мало продукции под заказ. Это потому, что я еще просто не успела поработать с клиентами. У меня буквально 2 или 3 заказа всего от клиентов. Да, 2 аромата и вот набор. А, ну да, вот еще. 3-4 всего заказа, это на самом деле очень мало, но я просто не успела. Я только раздала каталоги, не успела их еще собрать, поэтому будет еще заказ от клиентов. Я думаю, что он будет хороший и будет достаточно скоро, уже у меня заказы поступают, смс-ки прилетают. Я хочу вам дать маленькие рекомендации, как собрать большой заказ. Потому что, ну, мне кажется, каждому человеку хочется получать максимально много выгод от сотрудничества с компанией Oriflame. И на самом деле это несложно. Все просто. Что нужно делать? Первое. Пользоваться продукцией самой или самому. Как вам должно быть понятно, то что если вы сами имеете свой опыт и представление о продукции, и она вам самому нравится, то вы можете передать личную эмоцию, личный опыт. Потому что я всегда этим пользуюсь. Я рассказываю то, что я либо сама проверила на себе, либо я попробовала с кем-то из близких. Да, или я получила отзыв реального человека, который мне просто взял. Например, у меня взяла девушка какой-то продукт, я его не пробовала, у меня такое бывает иногда. И я выпытываю, ну расскажи, ну что тебе понравилось, какой результат. То есть я максимально собираю информацию, чтобы понимать, насколько этот продукт хорош и кому его можно предложить. Потому что не все продукты подходят всем людям, да, кому-то одно больше подойдет, кому-то другое. Так вот, я собираю вот эти истории, личный опыт, все это в совокупности дает мне возможность общаться с клиентами как профессионал, то есть повышать свою экспертность нужно постоянно, как сказали, у нас в чате недавно было такое общение, и партнер написал девочке, что нужно повышать свою экспертность. Это очень правильно, потому что сейчас людям недостаточно просто полистать каталог. Им нужно, чтобы вы им рассказали, почему они должны заказать именно у вас и почему именно эту продукцию. То есть здесь нужно вложиться. И нам компания платит действительно хороший процент, мы получаем хорошие деньги, особенно при заказе от 150 баллов. Кэшбэк 10% – это достаточно ощутимая сумма для новичка. Да? Это до 9%. Вы получаете, я-то уже не получаю, но тем не менее. То есть это выгодно и это приятно. Приятно не то, что вы получаете деньги, а приятно, что вы даете людям возможность пользоваться хорошим, качественным продуктом, чтобы они ходили не в Рубль-бум, не на рынке, не в Магнит Косметикс, да, не покупали всякую фигню и подделки, в общем-то, порой даже дороже, чем в каталоге Oriflame, где наша продукция проверенная, качественная и дает гарантию, что это не подделка, что это точно наша Швеция, да, все под контролем, под знаком качества. Поэтому просто, друзья, действуйте, раздавайте каталоги. Людям нужны наши каталоги, нужна информация, нужна эта продукция, они нас ждут. Осталось что сделать? Привести себя в образ консультанта, да, просто быть идеальным. И идти к людям. Смело раздавайте каталоги, собирайте, благодарите, идите дальше. И даже если нет заказов, все равно будьте благодарны и говорите. Я вам принесу потом новый каталог. Может быть, оттуда что-то вам как раз нужно будет. Вот. И всегда будьте ответственны. То есть, если что-то обещаете, выполняйте. Потому что люди ценят, когда человек
человек слова. Ну и, в принципе, если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я всегда отвечаю. И если видео полезное, с вас лайк. Вам желаю классного каталога. Увеличивайте постоянно клиентскую базу. Сами кайфуйте и позволяйте другим тоже кайфовать от нашей продукции. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro Stop Video!